Сегодня мы узнаем с вами, как шутят врачи, но не на практике, а на сцене. Я приглашаю вас на КВН. Так, так, беру скальпель, скальпель, так. Пацаны, что делать дальше, пацаны? А шутки врачей отличаются от шуток других ребят чем? У врачей свой взгляд на вещи. Какой? То, что нам кажется нормальным, всем остальным кажется пошлым. Или жестоким. Девушка, я, конечно, все понимаю, но движение на забираемого сустава можно было и устно описать. Но перезначим. Сегодня выступает 5 команд с педиатрического, стоматологического, медико-профилактических факультетов. Здесь наши молодые команды, которые только развиваются. Конечно, у нас свои темы тоже есть. Про медицину шутить это можно очень много, очень долго. Ну, а минус в том, что наш юмор могут не понять в городе. Первый день работы салона трансплантации органов. Девушка, а у вас есть барабанные перепонки? Есть. Девушка, а у вас есть барабанные перепонки? Да, есть. Девушка, а у вас есть барабанные перепонки? Да, есть. Я позже зайду. Какие шутки вы готовили сегодня? Смешные, много. Вы увидите, это все будет, это тайна, понимаете? Будет на самом деле очень интересно, поэтому... Пожалуйста, да, смотрите. Вот видите, как ему интересно у нашего. О, да. Вот, это и он тоже. Что? Мы вошли во вкус вообще с микрофонами. Чувствую. Парень, седьмой ряд, пятое место. Не терпи, выйди. А нет, уже поздно, слишком поздно.